Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Юнит 1, секция 9, Homebook, домашняя работа. Упражнение 18. Complete text. Закончите текст. Use. Используйте. Friday, пятница. Homework, домашняя работа. English, английский. Heart, сердце. Learn, учить. Do, делать. Questions, вопросы. Inter, на, в. И последнее слово. Timetable, расписание. Look at our timetable. Взгляните на расписание. We have got English on Monday, Wednesday and Friday. У нас уроки английского в понедельник, среду и пятницу. In English lessons we learn new words, translate from Russian into English, ask and answer a lot of questions, sing songs and learn poems by heart. Такое длинное предложение. На уроках английского мы учим новые слова, переводим с русского на английский, задаем и отвечаем на вопросы, поем песни и учим стихотворение наизусть. I enjoy learning English, but I don't like to do homework. Я обожаю уроки английского, но не люблю делать домашнюю работу. On Fridays there is no homework. I like English on Friday. По пятницам нет домашних заданий. Я люблю английский по пятницам. Упражнения выполнены. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.